В Днестре в районе Молдавских Сорок экологическая катастрофа. Так, специалисты Приднестровского центра эпидемиологии прокомментировали результаты анализа воды из Днестра выше по течению. Напомним, лаборатория установила, что река в Сороках загрязнена фекалиями в 240 раз выше допустимой санитарной нормы. Сегодня в студии ТСВ специалисты пояснили, на самом деле загрязнение Днестра у Молдавских Сорок может быть и сильнее. Превышение по содержанию фекалиями более чем в 240 раз – это предельная цифра, которую может высчитать наша лаборатория. А по факту загрязнение может превышать норму и в 1000 раз. Это катастрофа, действительно, и не зря показатели, микробиологические показатели на протяжении многих лет поддерживаются на высоких уровнях. Показатель, который напрямую показывает то, что эти канализационные стоки попадают в реку Днестр без всякой очистки. Если человек проглотит такую воду во время купания в Днестре, это прямой путь в инфекционку, сказала врач-бактериолог Центра гигиены и эпидемиологии. Она расшифровала результаты анализов воды из Днестра, которые привез наш журналист из Сорок. Общие колиформные бактерии, они являются как индикаторный показатель фекального загрязнения. Но включают в себя также термотолерантные колиформные бактерии, которые подтверждают, что это фекальное загрязнение свежее. Постоянно идет. Насколько, не знаю, насколько нам подбрасывают, сбрасывают в Днестр, я не знаю, насколько свежий. Постоянно идет загрязнение. И сегодня наш Минздрав сообщил, в республике неблагоприятная ситуация с кишечными инфекциями. За прошедшую неделю 78 подтвержденных медиками случаев, когда приднестровцы заболели из-за грязной воды и немытых фруктов.